В каждом человеке есть солнце, только дай ему светить. Сократ. Прекрасные слова от великого мыслителя. О чем они говорят? О том, что внутри нас есть особая сила, которую мы можем активировать и улучшать мир вокруг себя, светить. Какое же прекрасное слово «свет». Что же оно означает? Давайте применим наш излюбленный инструмент, славянскую буквицу, вскроем все буквенные образы слова «свет» и постараемся понять, что оно означает. Здравия вам, дорогие друзья! С вами Юра на канале «Осознанка», где мы зрим в корни русского языка, стараемся осознать послание предков, сокрытые в его прекрасных образах, а порой просто играем со словами и образами. Но всегда стараемся играть благостно. И сегодня мы с вами поиграем со словом «свет», дорогие друзья. Если вы захотите, чтобы я разобрал по буквице ваше имя и фамилию, то смотрите ролик до конца, там будет вся информация. А также, если захотите получить вот такую прекрасную деревянную буквицу, тоже информация будет в конце выпуска. Заваривайте иван-чай, он же трава кипрей, дорогие друзья, чтобы свет внутри себя активировать. А мы начинаем. Полетели. Единственное, что имеет значение, сколько света вы несете на жизненном пути. Стивен Кинг. И Сократ, и Стивен Кинг, говоря о свете внутри человека, подразумевают некую магическую добродетельную силу. Я же предлагаю заглянуть в само русское слово «свет» и посмотреть, какие тайны оно в себе хранит. Итак, друзья, слово «свет» — 4 буквы, 4 замечательных добродетельных образа. И первая буква — это буква «С». Вот она у нас здесь. Буквица «слово». Слово означает материализация мысли в звуковой поток, уплотнение мысли в звук, озвученная мысль, пришедшая в мир яви. Вторая буква — это буква «В». Буквица «Веди». «Веди» — это веды знания, благотворящая информация, информация, делающая тебя лучше, целостное восприятие мира. Третья буква — буква «Е». И это буквица «Есть», что означает «бытие», «утвердительное», «утверждать», «явный», «материальный», «бытовой мир». И последняя буква — буква «Т». Буквица «твердо», что означает «твердое», «незыблемое», «неоспоримое», «непоколебимая твердость духа». Итак, мы с вами узнали значение каждой отдельной буквицы образа в слове «свет». Но что, если мы все это соединим в единую структуру, в единое предложение и посмотрим, что получается? А получается вот что. «Слово веди есть твердо». Именно так будет звучать слово «свет», если читать его по славянской буквице. Звучит очень красиво и мелодично, но что в слове «свет» делает буквица «слово»? Слово и «свет» — не такие уж близкие понятия, и тем более что-то материальное и неоспоримое. Причем тут вообще знание? Давайте разбираться. И чтобы дальше углубиться в изучение слова «свет», сделать, так скажем, толкование по славянской буквице, давайте для каждой буквицы образа определим одно слово. Это нам упростит задачу. Итак, что же получается? Слово «веди» есть твердо. Получается слово, знание, бытие неоспоримо. И для себя, растолковывая эти образы,
определяя толкование, я пришел к такому определению, что слово «свет» по славянской буквице – это слово, ведущее в бытие неоспоримо. И если делать толкование на мое толкование, более расширять эти образы, я пришел к такому определению, что свет – это сила нести веды в материальный мир, и сила эта неоспорима. Помните такое выражение, дорогие друзья, нести свет истины? Вот если в тебе есть определенные качества, тот самый свет, о котором говорил Сократ в начале нашего выпуска, если в тебе это есть, ты озаришь все вокруг себя. И эта сила, которая есть в тебе, этот внутренний твой свет, который излучаешь ты, потому что у каждого света должен быть источник. И если ты источник этого света, это сила в этот мир нести знания. Светом можно только осветлить, поэтому там есть буквица Веди. Свет несет знания. Но смотрите, мы с вами находимся в темноте. Ничего не видим. У нас нет информации, нет знаний, да, о том, что вокруг, в комнате. И тут мы включаем свет, и что нам свет дает? Дает знание о том, что стоит стол, стул, шкаф и так далее. Свет осветил нам темное пространство, и мы приобрели знания. И знания эти он нам дал куда? В бытие. И знания эти неоспоримы. Буквицу слова можно трактовать неоднозначно не в качестве слова, да, а в качестве несения информации. Это материализованная мысль в наш явный материальный мир. Тот, кто несет свет в жизнь других людей и сам не остается в тени. Джеймс Мэтью Барри. И если в тебе есть эта внутренняя сила, сила света, и ты несешь ее другим людям, ты сам в тени не останешься. Ты вроде как отдаешь, но при этом сам не теряешь. Дорогие друзья, также с добрыми делами. Чем больше добра ты делаешь в этот мир, тем больше тебе возвращается. Я убежден, что это именно так. Недаром говорят, вот вошел человек в комнату, озарил нас своим светом. У него, грубо говоря, хорошая энергетика, хороший дух, светлый дух. И все сразу начали вибрировать на другом уровне, на светлом уровне. И свет, дорогие друзья, распространяется очень быстро. Да, тьма — это страшно, тьма — это загадочно, но только стоит свету немножко появиться, он сразу озарит вам путь. И озарит вам что? Слово «Веди есть твердо» даст вам знания, благотворящие знания в явный материальный мир. Слово «свет» — прекрасное русское слово и замечательно толкуется по славянской буквице. Однако, раньше, в древние, в стародавние времена, было и другое слово, означающее «свет». Оно утеряно, но сохранилось внутри наших слов, в прокорнях, в корнях русского языка. И, конечно же, я говорю про «ра». «Ра» — это истинный, благотворящий свет и встречается в самых неожиданных словах. Если в слове «радуга» все понятно, «ра-дуга», «дуга света», то в слове «радость» более интересно. «Радость», «ра» в достатке, в тебе света внутреннего достаточно, и ты испытываешь радость, красота и так далее. Если интересно, дорогие друзья, напишите, рассказать ли больше про прокорни русского языка. Их там много. Ра, рот, лад, кола и так далее. Также, друзья, если вы захотите, чтобы я разобрал ваше имя и фамилию по славянской буквице, как я сейчас это сделал со словом «свет», пишите мне на почту осознанка@mail.ru. Стоит это 900 рублей, и вы поможете каналу существовать, чтобы новые выпуски выходили, и для себя получите интересные знания про свое имя и фамилию. И если захотите заказать такую деревянную буквицу от мастера Борислава, тоже пишите мне на почту, просто пишите «хочу буквицу». Пахнет она замечательно. Вот этой буквице больше года, до сих пор
сохраняется деревянный прекрасный запах. И в подарок хорошо пойдет, и для себя, для изучения, для толкования в любом случае. А для всех остальных, дорогие друзья, встретимся через неделю в 13:15. Зрите в корень.